Легко ли бросить курить? Конечно, нелегко. А вот. Но перейти на вот такую штуку гораздо проще, чем вы думаете. Можно ли перейти на вейп, на там одноразки сразу сходу? Да элементарно. Вкусов больше, по себестоимости, ну, наверное, чтобы перейти, это будет один к одному. Но дальше у вас будет где-то от 40 до 60% экономии. В зависимости от сигарет, в зависимости от того, сколько вы курите, выкуриваете. Можно ли избавиться от курения, перейдя на электронные сигареты? И бросив электронные сигареты, почему бы и нет? Запросто. Главное, в подсчете дозы, которую вы меняете, есть также один немаловажный аспект этого дела. Можно заправлять жижи, которые без никотина, и парить их. Тогда вы избавитесь от никотиновой зависимости, и останется у вас лишь психологическое. Да, это проще, да, это во многом будет способствовать вашему здоровью, если у вас есть желание перейти на электронку, а потом вообще бросить. Переходите, бросайте. Если есть желание просто бросить, то бросайте сразу. Потому что и в курении табака, и в вейпинге есть очень много подводных камней, на которые очень легко попасться. Такие как передозировка никотина в вейпинге — это вообще самая распространенная вещь. Ну и тем не менее, сбросить вот эту штуку намного проще, чем бросить те же самые сигареты, как мне казалось раньше. В общем, если вы надумали, то переходите. Даже если вы возьмете какой-то дорогой мод себе купите, там возьмете себе какую-то хорошую жидкость, это все равно будет дешевле, чем за тот же период, пока вы будете это все курить, вы потратили бы сигареты, на сигареты, скажем так. Здесь нет продуктов горения, здесь есть свои там другие аспекты и нюансы. Здесь есть возможность того, что вот эту штуку можно курить там, где нельзя курить обычные сигареты. И это как бы один из подводных камней, с которыми вы столкнетесь. То есть вы можете курить свободно дома, вот это вот там где-то там в метро или еще где-то. Вот. И это та же самая зависимость, от которой нужно избавляться и которую нужно в себе убивать. В общем, как-то так. Курение — это плохо, парение — это тоже плохо, поэтому от этого нужно уходить и с этим нужно завязывать.